Привет, мои хорошие. На неделе в будни были расклады с довольно-таки сложными темами, с интересными, с глубокими. В выходные я хочу, чтобы вы немножечко расслабились и берем тему одну из ваших запрашиваемых, любимых, и ту тему, наверное, которую можно смотреть каждый день и в день по два раза, потому что мысли меняются. Вот. Но я знаю, что эту тему очень любят на моем канале. Я ей не особо злоупотребляю, но тем не менее. Знаю, что вам хочется знать, что в голове у человека происходит на данный момент. Поэтому, что он думал о вас сегодня, прямо сейчас, данную единицу времени. Кому как нравится. И в последнее время, вы заметили, у меня нет-нет появляется аромалампа на столе. Я с ней часто работаю, но не всегда она попадает в кадр. А думаю, а почему нет? И очень рекомендую, если вы тоже любите аромалампы, попробуйте, если вдруг не пробовали, сочетание лаванда и апельсин. У меня это самое любимое сочетание, и аромат просто необыкновенный. И сейчас как раз-таки у меня тоже апельсин и лаванда. Вот, кто не пробовал, попробуйте, настоятельно рекомендую. Ну и, конечно же, сигнификация. Что происходит в отношениях на данный момент? Принудительное разрушение отношений. Но, кстати, девочки, здесь может быть момент, что вам кто-то помог ваши отношения расстроить. Магическое воздействие здесь может быть, потому что десятка мечей, карта мага, или была бы десятка мечей, карта верховной жрицы. Такие очень настораживающие сочетания, которые говорят о том, что, в принципе, отношения вам могли помочь разрушить, да, ну, заинтересованные люди, чтобы вы со своим партнером вместе не были. Но также, если здесь не магия, не магические воздействия, то здесь окончание отношений, потому что один из партнеров этого очень сильно захотел. Возможно, временно, да, что мы сейчас не можем общаться, поэтому давай, там, не могу объяснять, но мы сейчас не можем общаться. Потому что маг – это добровольное желание, это когда человек явно понимает, что это необходимо, он полностью отдает этому отчет. Поэтому ситуация такова, что здесь был заинтересованный человек. Со стороны ли, с помощью манипуляции, да, магического характера в том числе, или это просто человек, понимая необходимость того, чтобы прекратить взаимоотношения, здесь, опять же, смотрите, у каждого здесь отыграется по-своему, но то, что здесь ситуация серьезная и была такая подоплека основательная, это факт. Такие сочетания всегда говорят нам о серьезных вещах. Кстати, колода Таро называется «Арканум». Не, ну посмотрите, вот, что здесь происходит. Здесь действительно крушение надежд, крушение отношений. Ситуация, когда ты понимаешь, что это неизбежность. Только единственное, что если вот мы смотрим, что происходит в отношениях на данный момент, что со стороны женщины здесь все, да, все разрушено, и построить, там, восстановить, точнее, да, восстановить прежнее былое уже не получается. На месте былого прежнего новое можно выстраивать, да, но это с новыми вводными данными, это с новыми мыслями, с новыми планами, то есть чистый лист, вам зачистили территорию от старого здания, и, пожалуйста, вот она, новая территория, свободная, пожалуйста, стройте с новым человеком, либо с этим, но все должно быть по-другому. И женщина реально понимает, что это неизбежность, отношения здесь не спасти, потому что они уже рухнули, да, либо рушатся. Вы можете наблюдать в данный момент, что вот что бы вы ни делали, какие бы вы усилия ни прилагали на спасение отношений, ну, ничего не получается, да. Такая ситуация, что из рук все валится, и еще и это. Только мужчина на данный момент все еще готов здесь отношения поддерживать. И если инициатором девочки был мужчина, и даже если он сказал, что окончательно между нами отношения закончены,
Поверьте, это он сказал ровно то, что вы должны услышать сейчас. А сам, тем не менее, четко для себя знает, что эта приостановка для него будет временная, потому что как только появится возможность, там желание там, или необходимость, он все равно появится. Вы для себя видите ситуацию как фатально закончившуюся. Мужчина же здесь наоборот. И причем выгоды, которые он имеет по поводу вас там, или ваших отношений, они у него здесь определенно имеются. Иначе не было бы такой ситуации, что он понимает, что эта связь, она может быть восстановлена. Причем, да, с усилиями, двойка пентаклей, это всегда затраченные усилия для поддержания баланса. Но что попытка увенчается успехом он в этом даже не сомневается. Так, что мужчина в принципе хочет от отношений? Давайте тогда посмотрим вот в такой вот ситуации, которую, казалось бы, ну вот если женским взглядом смотреть, то ну уже невозможно ничего спасти. Мужчина же имеет здесь цель, имеет планы на то, что это не окончательное прекращение, да, будущее есть. Как в фильмах, да, и там в книгах продолжение следует, и многоточие. Вот здесь мужчина именно эту фразу здесь подразумевает, что продолжение еще будет, оно следует. Как он тогда для себя предполагает, что он здесь видит в будущем с вами? Ну, во-первых, девочки, у мужчины здесь есть определенного рода ограничения. Конечно, эти ограничения можно было бы в свое время убрать, избавиться от них, но только мужчина здесь ситуацию подзатянул. Что это? Работа, другая женщина, какие-то обязательства, обстоятельства. Там уехал работать, и такая ситуация, которая сейчас мировая, там вернуться не может. Там. Или, в принципе, вы планировали, что он переедет, он подзатянул время, и сейчас не получается. Но ограничения здесь у него, безусловно, есть. Они ему не нравятся самому. Он четко здесь понимает, что так вот, как он живет, ему сложно так жить. Мысленно здесь постоянно анализирует ситуацию. И все, что ему говорят его мысли, его подсознание, что так жить сложно. Да, и так долго находиться в таком жизненном пространстве невозможно. Но он четко для себя понимает, что сейчас необходимо дождаться того момента, когда он может все-таки с этими ограничениями справиться. А что это за ограничения вот с точки зрения карт? Насколько они фатальны? Действительно ли он четко для себя понимает, что он с ними справится? Временные, девочки, временные, он совсем справится. По большому счету, восьмерка мечей, это тоже карта страхов, которые больше у нас в голове, да, или иллюзия невозможности действовать, она у нас в голове. Когда человек мыслит прямолинейно, да, видит проблему и там гору, да, и все, понимает, что все, на моем пути гора, но гору же можно обойти, пусть на это потратится больше времени, да, но ее можно обойти, это препятствие, да, она такая высокая, что можно потратить время и перелезть через нее. А здесь товарищ испугался, что вот на его пути большое препятствие, и он с ним не справится. Вот она, та самая восьмерка мечей, когда он не хочет посмотреть на ситуацию абстрактно. Большое видится со стороны, да, но мужчина здесь не может. Может, способностью такой не обладает, иметь возможность посмотреть на свою ситуацию сверху вниз. Поэтому, да, здесь у страха глаза велики, и физические его здесь ограничения, они не настолько уж и сильны. Вот если так вот, ну, по факту, да, по чесноку разобраться. Вот, но только не в его случае. Здесь напугался, понимает, что здесь придется воевать. Воевать придется, видимо, долго. Вот, ну, вот я говорю, вот кто бы ему подсказал, что вот гора перед тобой, но это не приговор, да. Даже если тебя съели, у тебя есть как минимум два выхода. Вы знаете мою эту поговорку, одну из любимых. И точно так же гора перед тобой. Ты ее либо обойди, либо перелезь, да, либо найди возможность там ее взорвать, да. Пусть это более затратный такой и сложный технический метод. Вот, но тем не менее. Однако, по большому счету, дальше у мужчины будут складываться обстоятельства таким образом, когда он все свои вот страшные тут проблемы разрешит вот просто здесь по любовным
способом. Ему не придется здесь с кем-то прям воевать, там, от кого-то там, я не знаю, пытаться сбежать, чтобы против него там козни какие-то чинили. Такого не будет. Вот она, открытая дорога, победитель на колеснице, да, и все, и туз кубков. Все будет мирно, ладно и складно. Поэтому здесь для него лишь временное, да, вот в ментальной своей ловушке находится, и все, да, вот, и поэтому здесь запаниковал. И, соответственно, здесь вполне, да, мужчина может просто взять, исчезнуть, не предупреждая, либо инициировать скандал, но этот скандал направлен на то, что отношения нужно приостановить. Для вас-то здесь все, да, отношения закончились, все, ничего не вернуть. Но, видите, у вашего здесь партнера совсем иное мнение. Конечно, вы можете в такой ситуации для себя принять решение, что я его больше к себе не подпущу. И я не буду здесь говорить, правы вы, не правы, потому что ваши решения, они абсолютно правильные именно для вас, да, ваша жизнь, вот, и поэтому в какую сторону поворачиваете руль, в ту сторону вам, значит, и нужно направляться. Но здесь, в какую сторону, ну, бы вы ни повернули, здесь намерение мужчины все равно с вами дальше связываться, попытаться вернуть, попытаться завязать общение. Как это бывает, давай будем просто общаться, там, как друзья, там, поздравлять там с праздниками, там, я не знаю, там, Новым годом, днем рождения и так далее, и так далее. Не намерен здесь он, конечно, отступать. Давайте мысли его на сегодняшний день смотреть о вас, что он о вас думает сегодня, что думает прямо сейчас. Самое главное, его мысль о вас. Но никуда вы от него, видите, не денетесь. Вы два партнера, да, вы абсолютно разные, но тем не менее между вами есть точки соприкосновения, по которым вы можете взаимодействовать. Он, конечно, четко понимает, что между вами, если и может быть какое-то давление друг на друга, то оно должно быть нежное, ласковое и без какого-то такого, ну, вот болезненного, да, давления. Он четко понимает, что вы здесь с этой ситуацией с ним можете справиться. Также здесь мужчина, девочки, рассчитывает на то, что вы тоже здесь проявите свою мудрость, и вы поймете, ну, похоже, да, здесь женщина, ну, мужчина здесь в образе в таком дикого зверя, что вы сможете понять его некоторые жизненные ситуации или некоторые обстоятельства. Он действительно как звереныш в своей ситуации для вас, да, вы его не можете понять, но вы можете относиться к нему таким образом, чтобы принять его таким, какой он есть. Да, сейчас вы мне напишите, принять таким, какой он есть, может только военкомат там и мать сыра земля, вот, но здесь мы говорим все-таки о другом, да, о том состоянии, когда вы настолько разные, но между вами есть точки соприкосновения, и поэтому здесь взаимодействие мягкое, такое, оно вполне может быть. Хотя, да, какие-то его точки зрения, какие-то его там поведенческие факторы порой вас свергают в шок, ну и действительно, вы можете ему сказать, да, ты откуда такой дикий, ты откуда такой невоспитанный, или ты вообще любить-то можешь, да. Ну, здесь, если захотите, можно здесь. Что он думает? Ну, здесь действительно мы видим реальное огорчение мужчины от того, что не получилось так, как он мечтал. Желаний, иллюзий у данного мужчины здесь тоже можно было. Но по факту, видите, все пустое. Он мечтал с вами не о том, что действительно можно было, что можно было создать с вами. Даже если здесь мужчина мечтал о легких отношениях, допустим, но его же никто не может обвинить в том, что у него есть какие-то тайные свои собственные там мечты, желания. Либо наоборот, да, о чем-то очень серьезном. А вы ему сказали, я не хочу с тобой ничего серьезного, да, давай мы будем с тобой там а-ля там, как подростки, да, встречаться и друг от друга ничего не требуя. Разочарован, ему здесь грустно, здесь даже такое состояние апатии, что по факту ваши отношения оказались мыльным пузырем, который в итоге лопнул. Хотелось по-хорошему здесь, на самом деле хотелось по-хорошему, но слишком здесь мужчина заиллюзионировал, слишком, да, вот он как-то навертел в своих желаниях много несбыточных идей, много несбыточных историй. Но по факту здесь мечтал, да, и это, ну, такие вот истинные его мечты.
да, может быть, сумасшедший, и вы могли ему говорить, что вот то, что ты говоришь или то, что ты предлагаешь, это бред сумасшедшего. Но не забывайте, что вы с ним разные, и, конечно, вы его не можете заставить думать так, как вы думаете. У вас свой опыт, у вас свое воспитание, свой менталитет, и точно так же у него. Вот буквально, да, насколько могут быть похожи человек и дикий зверь. Ну, вот только, наверное, тем, что, типа, кровные, там, млекопитающие, там, и так далее. Но, тем не менее, можно найти взаимодействие, да, вот как дрессировщики. Но все-таки дрессировщики не та история, там порой и насилие применяется над животными. Но здесь же по-плохому не получится. Здесь только пониманием, здесь только, действительно, даже если надавить, можно надавить, но только очень нежно, ласково, сопровождая убаюкивание, обещаниями и подтверждениями того, что вот, посмотри, я же тебе обещала, да, что будет хорошо, вот оно хорошо. Здесь нам нужно в отношениях больше женскую мудрость вкладывать, потому что мужчине здесь до вас еще, ну, вот расти и расти. Да, здесь если речь о возрасте, о разнице в возрасте, когда женщина старше мужчины, то и тем более, да, между вами может быть далеко там не 5 и не 10 лет разницы, и, соответственно, вы воспитывались, да, в разные годы, и в те годы там ценности были свои. Сейчас вообще не пойми, какие ценности. Здесь вот действительно каждый как-то обособленно, каждый сам за себя, но и то, да, даже в таком мире люди сейчас живут, люди воспитываются, учатся взаимодействию. Ну, поэтому здесь с данным товарищем можно и нужно здесь, даже не то, что можно, можно-то можно, нужно пытаться понять и пытаться провзаимодействовать. Но здесь, да, вы вполне можете сказать, я уже устала, да, я устала, я не могу, я уже не хочу, мне все надоело. А мужчина здесь сокрушается от того, что так, как он хотел, да, так, как он желал, тоже не получилось. На сегодняшний день что он думает? Вспоминает, но с такими сожалениями, что не случилось, не срослось. Что еще здесь мужчина думает о вас? Ну, даже предполагает, видите, что у вас завязываются отношения с другими, ну, с другим мужчиной. Также, что на работе вы общаетесь с другими мужчинами, и они оказывают вам знаки внимания. Просто в жизни получаете комплименты. Он прекрасно понимает, что такая женщина, как вы, она достойна комплиментов, и вы их получаете. Что дефицита во внимании мужчин у вас здесь просто по умолчанию быть не может. И что это, ну, так или иначе, может привести к отношениям, которые больше, чем, допустим, формальные, да, больше, чем рабочие, больше, чем просто там знакомые друзья, которые хорошо общаются. Прокручивая здесь мысль в голове, восьмерка пентаклей, да, это такая поточная работа, прокручивает мысли о том, что рядом с вами может найтись человек, который действительно будет любимым, который будет любящим. Но, конечно, ему самому хотелось быть тем мужчиной, на которого бы вы обращали внимание, да, в которого бы вы вкладывались. А готов ли он сам вкладываться в ваши отношения? Пусть здесь перипетии, да, пусть здесь у мужчины, ну, вот стопор такой вот посредством того, что там, ну, навалилось на него. Это все решаемо, да, я уже вам говорила об этом, но вот как-то здесь он растерялся. Он готов вкладываться, работать над отношениями, делать что-то? Что он думает об этом? Как он себя здесь позиционирует? Ой, божечки. Ну, вот смотрите, императрица и рядом лялька. Здесь мужчина будет податливо принимать то, что вы ему даете. Любовь в ответ вам даст любовь. Да? Он ее примет, проанализирует и выдаст вам результат. Вы к нему по-хорошему, и он по-хорошему. Но вы четко понимаете, мы уже смотрели, да, что разница между вами здесь значительная и колоссальная, и тут точно так же. Кто такая императрица по отношению к маленькому ребенку? Конечно, она мудрее, но, конечно, она понятливее, конечно, она более такая уже опытная, мудрая женщина. Она в жизни знает толк. Она знает, кто она, что она. И она знает, на что она хочет получать от отношений, там, от работы, от взаимодействия с социумом, с родными, близкими. Все она это прекрасно понимает. И этого товарища девочки здесь учить и учить. Единственное, что могу здесь сказать, попажу губков, что это будет действительно благодарный ученик, но с ним придется нежная ласка.
по силе мы уже это смотрели, и тут. А Паш Кубков эмоциональное такое создание, и оно неопытное создание это. Ну, я сейчас говорю о Аркане, да, не говорю, что ваш мужчина создание. И, но этот Паш, он растет благодаря любви и эмоциям положительного характера, которые в него вкладывают. И почему я говорю, что здесь можно найти взаимодействие, если захочет женщина. И дальше карты подтверждают. Да, и вопрос мы мужчине задали, ты готов вкладываться? Он говорит, я готов отдавать в ответ, да, на то, что мне дадут. Но только вы должны будете понимать, что это, ну, если честно и откровенно, да, не совсем будет такой равноценный обмен. Потому что что может дать мать своему ребенку, и что может дать ребенок взамен? Мама может дать многое, да, кровь, защиту, да, там, еду и все-все-все, безопасность для ребенка. А ребенок может только учась на ее примерах, поступках, впитывать, слушать, благодарить и говорить, мама, я тебя тоже люблю, да. Я тебя люблю, как говорит мама. И ребенок говорит, я тебя тоже, да, вот. И здесь мужчина в такой позиции, я тебя тоже, да, я для тебя тоже. Но вот, все-таки локомотив здесь будет женщина, мужчина, прицепной вагончик. И вы должны это понять, да, и если этот мужчина вам дорог, если этот мужчина вам необходим, четко должны понимать, что с ним придется нянчиться, с ним придется носиться, как с яйцом. С ним, конечно, повозиться здесь придется. И четко понимаете, что в этой ситуации вы учитель, а он наставник. Да, капризный, да, обидчивый, да, чересчур эмоциональный, да, который пугается сложностей и не знает, как с ними справиться, да. Эти сложности ввергают его в какое-то тормознутое, такое заторможенное даже состояние, и он просто пасует по многим, ну, там, или из-за многих препятствий, которые случаются в его жизни. Но ему можно помогать, да, его не ругать, там, его не критиковать, ему не говорить, да ты не мужик, ты не можешь с этим справиться. Просто на своем примере, добрым советом, там, любовью, лаской, просто выводить его на более высокий уровень. А по-другому никак, по-другому не получится. И так как это у нас товарищ маленький, то, соответственно, воздействие других людей, он подвержен этим вещам. И манипуляциям, и НЛП, да, и, ну, и магические воздействия здесь тоже никто не отменял. Поэтому здесь, да, пусть даже ситуация не особо сложная, которая вокруг него здесь складывается, но он сам напугался, плюс его испуг здесь подпитали, сказали, ой, ты что там, не лезь там, не пробуй, не трогай, и все, да, и вот, подкрепили его собственный страх, и поэтому здесь вот такой вот мужчина, который шаг боится сейчас делать. И да, на эмоциях и подговорить кто-то его мог. И сам там, допустим, там мог на эмоциях, на испуге решить, что все, я пока прекращаю отношения, вот, а дальше разберусь. Не так все сложно. Не так страшен черт, как я умолю здесь в ситуации с данным мужчиной. Но я говорю, здесь даже быстрее, чем ему кажется, его ситуация будет, ну, прольется лучше в это темное царство. Вот. И там никаких жертв, да, никаких потерь, ну, здесь не предвидится. Может быть, мужчине, конечно, совсем в другом русле хотелось иметь отношения, когда он главный, да, когда он решает, но только не с такой женщиной. Ему женщина вообще нужна тогда еще ниже. По рангу, по статусу, там, не такая образованная, как он. Тогда он сможет управлять такой женщиной. Такая женщина, как вы, слишком крепкий орешек. И поэтому вот насильно говорить, я мудрее, я умнее, поэтому ты меня слушай, тоже не получится. Да? Тут эмоций, психов тут тоже достаточно, слишком эмоциональная личность, ну, плюс еще, видите, и незрелая. Вот поэтому какие-то неадекватные реакции на ваши замечания, даже безобидные и конструктивные, вы можете получать. Ну, вот такого товарища вы действительно только принять таким, какой он есть, и обижаться на него даже сложно. Это его естественные реакции, которые, ну, вот он такой, да, он настоящий в этом. Вот поэтому только мудрость, терпение женское поможет выстраивать отношения с этим мужчиной. Никакой он, видите, не король кубков, здесь Паш Кубков. Ему хотелось бы видеть себя мужчиной, вот, который прям вот, да, любящий, любимый, вот, и который рулит отношениями, их выстраивает, создает, ну, видите, не та женщина, которой
можно было бы управлять, да, не та женщина, которая просто закрыла бы глаза и сказала, ладно, все, я знаю, что я мудрее, умнее, ну ладно, ты ж мужчина, ты главный, тут совсем другой вариант, только понимание, да, только мягкое давление. И муж сейчас, вот если говорить о его каких-то первых шагах, да, сообщении, даже тяжело сделать вот что-то малое для вас. Почему? Да, здесь не настало время, и если шаг в вашу сторону он делает, это грозит ему каким-то ударом здесь по голове. Я не знаю, родственники ему запретили, наругают, или вы ему пригрозили, только появись. Да? Пока для него не то самое время, чтобы делать шаги в вашу сторону. Что еще он думал о вас сегодня? Или что он думает прямо сейчас? А давайте действительно, что он думает о вас вот прямо сейчас. Ну, если он спит, то в тот момент, когда он просыпается. Ну, так или иначе, да, вот прямо сейчас, когда он может об этом думать. Не разочарование. Ну, здесь не разочарование, здесь боль, да. А боль, расстроенность. Он не знает, что делать в вашей ситуации. И сердце болит, и сердце плачет. Кстати, прошлый расклад тоже мы видели, да, тройка мечей, где оракул светлого провидца был. Если не смотрели видео, посмотрите. Оно как раз было день назад записано, но в пятницу было. Это видео будет в субботу. Видео за пятницу. Он расстроенный, он опечаленный. Если можно здесь говорить о чувствах, либо задавать вопрос, давайте следующий расклад тогда сделаем на чувства. Тоже не такое, ну, легкое, да, скажем так, относить в относительном понимании видео, как раз на выходные, мысли, чувства. Воскресенье, значит, будет на чувства видео. Потому что чувства здесь есть, и он сам себя съедает. Он сам запутался. Он пытается, видите, сердце примирить с разумом. Он пытается договориться. Он закрылся сейчас, потому что ему самому для себя нужно принять правильное решение. Любое из решений для него, девочки, будет болезненное. Но нужно таким образом с собой договориться, чтобы ты понимал, да, будет сложно, да, будет больно, но этот вариант для меня наиболее приемлем, да, или я хочу только его, да, я понимаю, что сложно. Какое бы решение здесь мужчина не принял, да, чтобы он здесь не делал, ему это дается сложно и будет даваться сложно. По его мнению, мы посмотрели перспективу, это на самом деле не так, но вот пока вот его какие-то мысли, да, по поводу вас, они такие вот сгущенные, не совсем приятными оттенками здесь отсвечивают. Но все-таки, девочки, вот мысли о том, что он, безусловно, здесь должен будет действовать. Он должен здесь проявить себя. Да, он прекрасно понимает, что с вами здесь отношения надо налаживать. Пусть, девочки, да, ему потребуется время, пусть, но он даже сам для себя понимает. И в самом начале, да, двойка пентаклей, хоть я сначала и разозлилась на него, да, на этого мужчину, что отношения закончены, и вроде бы все, и женщина уже для себя сделала вывод, что это конец. А он там как-то вилять здесь будет, пытаться с вами связаться. Но здесь такой маленький ребенок, пусть и в теле взрослого мужчину, которого напугать, вот, проще простого. Вот, и тут действительно залог успеха данных отношений будет зависеть только от женщины. Вот, вот такой вот мужчина достался. Ну, я думаю, вы и сами прекрасно понимаете, кто перед вами, какая личность и сколько нужно силы и терпения для того, чтобы с ним выстраивать более-менее нормальные отношения. Я желаю вам всего самого наилучшего, мои хорошие. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что пишете. Я очень рада, что для многих я уже явилась или являюсь, да, человеком, с которым вы просто проводите вечера, коротаете время, занимаетесь домашними делами, засыпаете под мое видео. Не поверите, но это очень-очень дорогого стоит. Спасибо вам за это огромное. Хороших вам выходных, прекрасных вам впечатлений от выходных. Отдохнуть желаю вам, напитаться силами на новую рабочую неделю, чтобы все было здорово, и все те планы или дела,
если кто-то не отдыхает, вы наметили, чтобы все получилось самым наилучшим образом. Ну и, конечно же, до встречи, получается, в завтрашнем видео, где мы посмотрим чувства мужчины. Поэтому надолго не прощаюсь. Пока-пока.